Телеканал 24 ДОК представляет. Некоторые говорили, ты спятила, но это мечта, великая мечта. Я хочу обойти вокруг света, хочу посмотреть на мир, не видеть вокруг одну и ту же чушь. Так, на меня идет нехилая туча. Черт, вот черт. «Кругосветка Лауры» — это фильм о большой мечте маленькой девочки и о том, что любую самую безумную цель можно достигнуть, если верить в себя и правильно рассчитать свои силы. А вот интересный конфликт. 13-летняя девочка хочет одна обогнуть земной шар, но ей запрещает правительство ее страны. Совет по защите детей так беспокоится по поводу кругосветного путешествия, что просит суд об опеке над Лаурой. К сожалению, ей пришлось преодолеть слушание в голландском суде, поскольку Нидерланды не хотели отпускать ее одну в это путешествие. Тогда в новостях они говорили как об избалованной, иногда даже сумасшедшей девочке. Но на самом деле она родилась во время 7-летнего путешествия ее родителей в районе Новой Зеландии, поэтому океан и вообще морская жизнь – это ее родной дом. И она тянулась к этому всю свою жизнь. Этот фильм можно назвать своеобразной одой молодости, поскольку Лаура перемещается в одиночку по мировому океану, куда ее заносит ветер, и упивается той свободой, которая, возможно, впоследствии ей покажется иллюзией. Но в этот момент она живет жизнь свободного человека, который многие из нас могут только читать в книгах или смотреть в фильмах. В каждой новой стране надо выяснить, где таможня, и приехать туда. Я хочу знать, когда ты уедешь из Французской Полинезии. Я же на паруснике. Я знаю, на паруснике. Да, это сложно. Выйду, когда будет хороший ветер, а это предсказать невозможно. Хочется отметить также, что весь фильм снят самой Лаурой, и режиссер лишь встречался с ней во время ее остановок, и вместе они говорили о том, на что лучше обращать внимание в фильме. Поэтому фактически это уникальные истории, уникальные материалы, путешествия одной маленькой девочкой по большому миру. Мы сейчас в проливе Тороса. Плывем в ураган. Всюду вокруг меня мелкие рифы. Итак, будет следующие 200 километров. А я сижу здесь, в штормовой пристежке, потому что иначе меня в любой момент сдует за борт. Мне нужно выключить камеру. Я бы рекомендовал смотреть этот фильм всем, потому что мы начинаем забывать о том, что в нашей жизни возможны настоящие приключения.